Ну вот, здесь вот такой вопрос возник, значит, вот такая записка. Русское национальное единство. Вот, национальное единство. Это знак, и тут свастика нарисована. Это знак свастики, один называет присутствие Бога в России. Скажите что-нибудь об этом. И других законах, и других знаках, такие, например, как пентаграмма, значит, это звезда, значит, сатанинская, да? Просто начинаешь встречать очень много различных эмблем в наших церквах. Ну, я не знаю, как это в церквах вы встречаете такие знаки, мы, наверное, не встречаем. Вот, как это можно встречать, пентаграммы или фашистские знаки там в церквах? Где это вы встречаете? Вот, и вопрос, вы знаете, в одной церкви мне задали такой вопрос, значит, как относиться к уринотерапии? Ну, вы это знаете, да, что такое уринотерапия, да? Вот. И я, значит, пытался что-то объяснять с позиции Слова Божьего. Вот. А вот они не знают. Ну, это лечение мочой. Что это популяризируют некоторые, да, и христиане употребляют это. Вот. И я, значит, естественно, значит, насколько я знаю Слово Божие, значит, я как-то вот пытался объяснить. Потом я подвергся резкой критике со стороны пресвитеров, которые тут были служителя, это я был в Краснодарском крае, были с Иваном Григорьевичем, там были, значит, служителя, закончившие медицинскую академию. Вообще люди с высшим образованием, врачи, уверовали, прочее, да. Вот, и, короче говоря, мне потом лично высказали немножко, что я просто некомпетентный и серый человек, и взялся за медицину объяснять совершенно не за свое дело. Вот, я сделал для себя вывод. Вы знаете, вот если мы говорим о библейских вопросах, да, мы можем отвечать из Библии. Но когда мы говорим о лжеименном каком-то знании, да, то мы так и постесняемся сказать, что мы ничего не знаем об этом. Ну равно что там, ничего. И не хотим знать. И советуем так же, как и апостол Павел сказал, что мы не увлекались лжеименным знанием. Потому что только увлечься сейчас на эту тропиночку, да, там говорить о знаках, пентаграммах, о всяких этих все, вот, оккультных там и прочее. Нам-то какое это назидание? Если это не библейское, значит оно лжеименное. И Слово Божие ясно говорит, что мы вообще этим не увлекались. Это совершенно чуждый мир, нам он не нужен совершенно. И бежать от него, отворачиваться. Израильтянам даже сказано было, что даже глаз не поворачивайте к идолам. Да? Хорошо. Значит,